Прошла благотворительная ярмарка от Минского международного женского клуба жен послов, дипломатов и иностранных представителей. Азербайджанская пахлава, мексиканский сок из овощей, чешский пряник, пакистанская соль, рождественские пряничные домики и не только. Посетителям представили широкий выбор сувениров со всего мира. Для нас это хорошая возможность познакомить со своей культурой, со своими блюдами. У нас очень большое разнообразие. Это и хохлома, это гжель, это павлово-посадские платки, это различные сувениры. Сотни минчан каждый год приходят поддержать этот проект, ведь все вырученные средства направляются на благотворительность. Наша ярмарка, она в первую очередь благотворительная. Мы собираем средства на какую-то помощь, которую мы оказываем нашим подшефным организациям. Также мы оказываем какую-то частную помощь деткам в покупке какого-то оборудования, медикаментов. Минский международный женский клуб существует уже более 25 лет. Для его представительниц добро и милосердие – те качества, которые объединяют людей всех национальностей. Потому на протяжении долгих лет они оказывают различную благотворительную помощь. И с каждым годом частью доброго марафона становится все больше желающих.